Так, вот уже первые грибы. Ага. Так, это тоже под осиновики, да? Это под березовики. Под березовики. Так, а где-то тут беленький. Вот он, беленький. Опа! Вот он. Какой-то странный гриб. А, это тоже под березовики. Тоже под. Ну, он сверху как беленький смотрелся. Так. Дальше пойдем. Еще кого-нибудь найдем. Ну, на этот, на суп-то надо. Ой, на суп. А можно суп, кстати, грибной сварить. Что есть? А зачем? Давай пожарим тогда с картошкой. Картошки столько осталось от семян, вообще немерено. Сегодня жена увидала, как бабушки-старушки уже торгуют первые грибочки на уличных прилавках. И, собственно, слово и дело, мы поехали за город тоже поискать грибочков. Там грибники были, раньше остановились. Мы проехали чуть дальше, и вот мы успели хапнуть немножечко грибов. Вперед них прошли чуть-чуть. Сегодняшняя прогулка не напрасна, и счастье грибников улыбается нам. Правда, все грибы собрала жена. Я был более увлечен съемкой. Да? А вот белый грибок. Вот он белый. Только маленький. Ну-ка покажи-ка мне его. Вот он улов. Чисто белый грибок. И вот он наш сегодняшний улов грибной. Несколько подберезовиков и один белый грибочек. Два подосиновика. И вот я наломал еще молодого иван-чая. Можно будет сделать молодой терпкий чаек. Сегодня заферментирую его в банку. И через сутки можно будет уже высушивать. Роман Зайцев, живу на ДВ. Николаевск на Амуре день за днем. Просто гуляем за городом и собираем первые июньские грибочки.